Это центральное отделение многофункционального центра в Самаре на Московском шоссе. Большинство самарцев, чтобы оформить документы или получить справку, обращаются именно сюда. Как следствие, здесь образуются очереди, хотя в условиях пандемии скопление людей нежелательно. Специалисты центра рекомендуют самарцам, прежде чем выйти из дома, уточнить в интернете загруженность филиалов и за услугой обращаться туда, где нет очереди. Ситуация все-таки сложная с ковидом. И прежде чем пойти, вы открываете наш сайт mfc-samara.ru. В правом верхнем углу там есть кнопочка «Информация о загруженности». Вы открываете и четко видите, в каком отделении меньше время ожидания. По старой памяти все идут в центральный офис. Здесь создается напряженная обстановка, потому что много людей. Даже в период пандемии отделы МФЦ работают в прежнем режиме. Записаться на прием можно онлайн, порядок живой очереди тоже не отменяли. Чтобы сберечь здоровье жителей, в помещении не допускаются посетители без масок. Кругом нанесена разметка соцдистанции. Между специалистом и клиентом установлен прозрачный защитный щит. Воздух очищают рециркуляторы. Пришел прописаться, по электронно записывался. Скученности, местами люди есть, но вроде как бы разрозненно сидят. Ну, я пришел по личному вопросу, не опасаясь о здоровье, ничем, соблюдая про дистанцию, моешь руки и не контактируешь, я думаю, все нормально будет. И все же, чтобы не искушать судьбу, специалисты МФЦ рекомендуют по возможности избегать личного приема у специалиста. Многие услуги можно получить онлайн. Например, такие как прописка и выписка, подача заявлений на получение паспорта, заказ выписки из ЕГРН. Все это и многое другое можно оформить на сайтах профильных ведомств. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События.